пресс-службы МВД по Республике Башкортостан взаимодействует с Башкортостанским региональным отделением Лиги юных журналистов. Пригласил нас принять участие во всероссийской акции МВД «Студенческий десант». МВД. Что это? Министерство внутренних дел. Это одна из важнейших структур в государстве, отвечающая за обеспечение безопасности и борьбы с преступностью. Экскурсия к криминалистам в МВД. Заглянем в мир следствия и разгадывания преступлений. Благодаря ей мы узнали, как проходит расследование преступлений, познакомились с основными методами и приемами работы криминалистов. Криминалистика – это наука, которая помогает раскрыть преступления и найти их исполнителей. Смотря фильмы, мне казалось, что работа криминалистов – это только выявлять следы. А на самом деле криминалистика – это наука, изучающая преступления, которая исследует их признаки и последствия, а также методы и техники. В рамках этой науки существует множество различных специализаций и экспертов. Вот несколько из них. Филологи-лингвисты. Они выявляют возможные экстремистские содержания в тексте. Также есть химики, которые выявляют наличие суррогатного алкоголя в магазинах. Есть криминалисты, которые способны выявлять угнанную ли машину с помощью серийного номера. Специалист ответил на все интересующие нас вопросы. Чем занимаются криминалисты? Но есть следы латентные. Латентные – это невидимые следы. То есть потужевое вещество на фактуре материала, на котором она станет, он не просматривается этот след. Поэтому его надо выявлять с помощью возможных криминалистических средств. И вот этим мы и занимаемся. Как выявляют следы? Это люминесцентный порошок. Набирается порошок, за счет магнита крепится непосредственно к магнитной кисти. Да? И начинаем осуществлять поиск следов. Да? Ну, давайте я вам попробую поднять, я не знаю. Будем смотреть, есть ли тут следы. Является ли эта работа сложной? Работа у нас очень интересная, очень такая нелегкая в этом отношении, потому что приходится на всяких на смотрах места происшествий вот, и в погоду, и в сужу, и в грязь, и в зной, и в подвалах, и во всевозможных там колодцах лазить, если там приходится везде добывать следовую информацию, вещественные доказательства. Наша задача как специалистов по осмотру места происшествия качественно изъять следы не только рук, следы обуви, следы биологического происхождения, знать, как их упаковывать, как довести объекты до экспертов. Работа криминалистов играет важную роль в обеспечении справедливости и безопасности в обществе. Криминалисты проводят тщательные исследования и собирают доказательства и анализируют данные, чтобы помочь раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности. У экспертов-криминалистов ненормированный рабочий день. Они работают без выходных и праздников. Они энтузиасты своего дела. Они преданы ему. Их усилия помогают предотвратить новые преступления и защитить права гражданина. И я узнал много разных способов, как проводить экспертизы. Также я узнал, что оружие не такое легкое, как в фильмах. Работа криминалистов играет важную роль в обеспечении безопасности и справедливости в обществе. Криминалисты проводят тщательные исследования, собирают доказательства и анализируют данные, чтобы помочь раскрыть преступления и привлечь виновных к ответственности. Лично я узнала сегодня, чем отличается магазин от обоймы. И оставила свой отпечаток руки на листе, который затем проявили. Мне было очень интересно, мне все очень понравилось. Это была очень вдохновляющая и интересная экскурсия. От качества работы криминалистов отчасти зависит исход дела. Будут подозреваемые осуждены или оправданы. Их усилия помогают предотвратить новые преступления и защитить граждан. Наблюдая за работой отдела криминалистики, мы поняли, какую важнейшую роль для нашей жизни они играют.